привет, с вами Павел Доктор, давайте начнем. В первую очередь хотел рассказать о самодисциплине и что это такое. Вы узнаете все подробности, как сделать себя успешным. Как стать успешным? Тупо самодисциплину соблюдайте и все. Джим Рон и многие другие успешные люди, Радислав Гандапад, говорят, призовите себя в армию. Что это значит? Ровно на один год поставьте себе мощную цель в жизни, добейтесь, сделайте результат, не жалейте себя, преодолейте свою... В чем проблема основных людей? Люди один раз преодолевают себя, то есть внутреннюю жалость преодолевают, пробегают километр, зарабатывают первые деньги, а потом все сливаются, они сдаются. У них нет самодисциплины, у них нет планирования каждый день, у них наступает гордость. Я пробежал 5 километров, еее, крутой. Или я там заработал 150-300 тысяч, полмиллиона. Все, и дальше люди сливаются. Не жалейте себя, думайте о том, что если вы сейчас расслабитесь, то ничего хорошего от этого не будет. Вы кайфанете, отдохнете, но дальше не будет привычки идти в самодисциплину. Вообще для мужика самодисциплина, она во всем. Кончился видос, что мне делать? Не вопрос. Будто босс, я ответ тебе преподнес. Мой совет про канал, подпишись на канал и закрыли вопрос. Stuff like it.